Итак, заходим на корабль. Окей. Зайдя на корабль, мы сразу оказываемся на одной из рабочих станций. Все, они нас не догонят, уже слишком поздно. Это полезно для того, чтобы ориентироваться, это полезно для того, чтобы понимать, куда мы плывем. Ну и вообще, ну, это достаточно красиво. Да, мы сейчас припаркуемся к юнитам. Имеется в виду, что их с собой можно забрать с любой точки на корабль. Да-да-да, юнитов мы сможем сейчас, я надеюсь, посадить. Корабль имеет довольно серьезную инерционность, сейчас мы сделаем. Сделаем вид сверху. Так, этот юнит сел. Отлично, один юнит разместился на корабле, нам нужен еще кто-нибудь. Я не вижу, где другие юниты. Вон они. А, одного мы угробили. И это в данный момент управляется. Обращаю внимание, что этот юнит является игроком, за которого можно, которым можно управлять. В данный момент он будет работать в качестве обычного юнита, и он сел на одну из рабочих станций в наш корабль. Мы можем увидеть этот юнит. Вот, соответственно, у нас три человека сзади стоят. Вот они в этих капсулах. Пока решение такое, чтобы рабочая станция была видна, визуализирована с помощью капсул. Надо будет их потом отключить. Что ж, получается, что у нас 4 человека, можно попробовать отплыть к острову, куда мы хотели. Здесь уже мы вряд ли что-то сделаем. Опять же, для того, чтобы лучше видеть, куда мы плывем, лучше встать на другую станцию. И, как вы помните, в задней части острова нас ждут наши войска. Вообще говоря, кто мешает нам забрать их и в первую очередь накостылять тем, от кого мы натерпелись на нашем исконном острове, вместо того, чтобы атаковать эту группу? Возможно, это хороший вариант. Что мы сделаем? Мы будем атаковать эту группу или вернемся на наш остров? Я думаю, можно вернуться на наш остров и показать. А, ну мы показывали, да, как забрать их. Сейчас мы аккуратненько врежемся. Я надеюсь, что Collision справится с этой работой. Вот. Вполне себе реалистично врезались. Корабль дрогнул и не стал наезжать на остров. Очень хорошо. Итак, управляем с тех юнитов, которые находятся в этот момент на суше. Отправляем одного юнита сюда, отправляем сюда. Все, у нас полностью затаренный корабль. Отчаливаем. Ну, разумеется, для того, чтобы полноценно использовать корабль как боевое средство, в перспективе потребуется на рабочей станции с пушками устанавливать юниты. Заряжать пушки ресурсами. Ресурсы необходимо будет перевозить точно так же, как и сами юниты. Помашем на прощание рукой нашим противникам. Наши усилия более востребованы на другом направлении. Итак, пришло время дать генеральное сражение. Не нравятся мне эти рифы. Окей. В данный момент дискуссионный вопрос, насколько управление кораблем нужно оставлять в данном формате. Скорее всего, так и будет, а вот этот вот режим RPG-шный изменится на более удаленный. На более удаленный, и, возможно, даже его можно будет переделать под автоматизированное что-нибудь. То есть не обязательно всегда будет управлять кораблем, можно туда поставить будет одного управляющего персонажа, и это даст возможность кораблю без управления непосредственно игроком перемещаться между островами, если есть какая-то конкретная цель. Да, управлять кораблями как юнитами, в этом нет ничего сложного. В данный момент корабль просто катается по нижней морской пленке. Такое вот простое и изящное решение. Итак, пришло время найти наших персонажей и начать их сгружать.
Итак, это возгружаем. Кто у нас еще есть? Это возгружаем. Здесь кто-то есть, это возгружаем. Это мы и есть. А, ну у нас три человека есть. Теперь вопрос, это чувак может выделяться или какой-то трэш? Может выделяться. Давайте все, кого можно выделяться, идут сюда. Все. Все идут сюда. Так, хорошо. Сейчас я сориентируюсь, что здесь вообще происходит. Ладно, это селекшн.